Тут зеро броня. И тут зеро. Сильный корпус. Крейсер. То же самое почти на сакрана. Три магнитрона. 3-3, а здесь что получилось? А здесь 2-1. Вот здесь 3, и там 3 на 3, по 3. 2 по 3, тут 3. Ну, кстати, крейсер вышел все чуть-чуть лучше. У него повыше оборона получилась одного, ну, как в одном крейсере. Семь этих в обороне, а тут только 3. Тут половина. Чуть меньше. Он и говорит, что чуть меньше 200, а то 250, чуть больше. И здесь есть конденсатор защитного экрана, например. Но с экрана лучше, ну, системы починки нет, он нечего тут. Это. Линкора есть, да, типа мы все ему поставили. Ремонтную систему, экран и heavy hard. Мега корпус вот это хардовский. Ну вообще хард это тяжелая броня, но тяжелая броня это heavy. Он бы heavy hard. И сильный корпус. Ну сильный тоже strong. Тоже можно сказать, что hard. Это не hard. Ну так кушат, усилий портал. А крейсер без телепорта. Ну тут система увертывания. 400 производства, тут 513 эсминец. 220 440. А то чего быстрее производить. Но трохи тут особенно под это вот под старая технология получается. Хотя новая. А здесь альт. Ну, типа облегченный для маневра. Но один так. Два таких надо, а тут один такой. Ну, у этого круче. Два этих отсека бомбардира.